я хочу сейчас показать, что мы же не всегда в жизни соревнуемся, да, и не обязательно всегда обходить друг друга. Иногда можно быть вместе. Если предположить, что мы все вместе работаем на одно общее дело, у меня есть два специальных гостя, как я уже сказала, из нашего ресторана. Хочу, чтобы вы сейчас объединились на две минуточки, да. И вот Наталья, чтобы завтра хорошо описала о нас в своей передаче, презентуйте ей вино, так, чтобы она этого не забыла. Только это очень быстро нужно сделать. Да, очень быстро. Две минуты вам на обсуждение. А для нашего барона, расскажите ему, пожалуйста, если сможете по-английски, можете по-английски, как надо правильно пить водку по-гусарски, может быть, даже покажете. Вот туда две минуты, вино выбирайте любое. Да, вы все вместе, вы команда. Пока ребята решают, как это все сделать, я хочу поблагодарить нашего генерального спонсора, компанию «Кубань Вино». Ванда Ивановна, спасибо большое за поддержку. Эдуард Долгин тоже здесь находится, всех представителей «Кубань Вино». Огромнейшее вам спасибо, иначе без вас этот конкурс бы не состоялся. Я хочу поблагодарить Серебряного, нашего партнера, имение Сикоры. Огромное спасибо, что вы нашли возможность и тоже помогли этому конкурсу. Благодаря вам как раз вот такими вот усилиями у нас появляются вот такие возможности провести такие конкурсы. Спасибо вам большое. Я уверен, что обязательно все к вам приедут с удовольствием в гости и посмотрят ту красоту, которая у вас есть. Я хочу поблагодарить компанию «Байкал Пёр», чью воду мы с вами можем возможность попить. И они являются нашими постоянными партнерами. Также компанию «Позис», которая смогла в течение этих трех дней привозила свои холодильники и предоставляла их для того, чтобы мы могли бы охлаждать все вина, которые были представлены. Хочу поблагодарить компанию «Главхлеб» в лице Романа Буникова, чьи вот круассаны и пирожные вы смогли здесь поесть. На самом деле было это очень вкусно. Спасибо большое. Компанию «Вокруг вина», которая смогла предоставить нам вот такие замечательные фартуки, бокалы и поддержала, вот винный шкаф, поддержала нас тем, чтобы мы могли бы провести этот конкурс абсолютно на достойном уровне. Спасибо вам большое. Компания «Тико», которая предоставила кофе, возможно, опять-таки в течение трех этих дней мы смогли насладиться замечательным кофе и чаем. Спасибо большое, вы замечательные, вы лучшие. Спасибо. Ну и, конечно же, я хочу поблагодарить все абсолютно ассоциации, которые поддержали этот конкурс, в лице Алексея Сидорова, человека, который является президентом Российской ассоциации «Сомелье». Артур, мы готовы. Замечательно. Ребята, прошу вас. Это вот мои хлопцы. Все вместе приняты на работу. А? С такой командой мне не страшно ничего. Спешили наши сильвупле, дорогие гости, да? Сильвупле. Вот. Ребят, ну пожалуйста, уж покажите, да, не ударим грязь лицом. Мои специальные гости, сделайте все красиво. Вот этот рислинг. Я держу. Вот этот рислинг от имения Сикоры 2014 года, семейный резерв. Это одно из лучших вообще белых сухих вин, которое на сегодняшний день было произведено на территории России. Это уникальный продукт от начала и до конца. Это собственные виноградники, это уникальный микроклимат, это очень красивое природное место, которое находится недалеко от Новороссийска. И это уникальные люди, которые его делают. Это вот симбиоз. Семья Сикорских, Александра Павловича Сикорского, уникальный человек, одухотворенный вином, который всецело отдает себя виноделию. И поверьте, от этого вина вы получите истинное удовольствие. Один из лучших образцов вообще из этого сорта, который был создан за последние несколько лет. И победитель, насколько я знаю, или золотой медалист конкурса Союза виноградарей и виноделов России прошлого года, один из лучших, одно из лучших сухих белых вин. Пожалуйста, это вам.
порядке? Да, абсолютно. Спасибо. Григорий Чеботай. So I will make the last presentation of the wine menu this evening, but the presentation personally for you and personally for your wife. So I want to give you a present, a beautiful wine, a special wine of this evening. A wine beautiful as the Russian sound, because it came from the Russian sound, from the Taman region. So what is it? It is a sparkling wine made like the real champagne, but it's made of real Russian grape called Sapiravi. It's one of the third main grapes here in the blend of this wine. So it's sparkling rosé. It's like the real jewel in the collection of wines of the producer that is called Chateau Taman. So it gives you the complexity of the aroma, but it gives you also the elegance and the aristocratic tone of red fruits, of black fruits. So it will be very good wine for the evening. It will very good underline the Russian delicacy and the real delicate food. So I want... With caviar. Yeah, absolutely. Absolutely. We can match it with the real Russian cuisine. Black caviar. Black caviar, why not? Mm-hmm. So I think this wine will complement your evening, your staying in Russia, and this is an honor for me to give you this present to you and your wife. Thank so you. This is wine for you. Роман Сосновский и Евгений, вперед. Good evening, dear guests. I would like to present you the historical Russian product. This is the Russian vodka. Please. I would like to explain how we Russians drink vodka. How we do it in our home, how we don't do it every day. So we take it like this. We do a big sip, the big sip as you can, and after you start to feel very nice, very good. And sorry, I think that you can ask me what is the quality of Russian vodka, what is better, what is the best, and what usually I say to our guests. Quality of Russian vodka you can understand only tomorrow morning. На здоровье! Спасибо большое, спасибо огромное. Молодцы. Ну вот согласитесь, побольше бы нам таких сомелье, да, во всех ресторанах, и жизнь бы наладилась. Браво ребятам. Ну, идите уже, правда, выпейте, что хотите, вот для вас бар открыт. Спасибо нашим гостям. Ну и, ребят, буквально 5 минут, и мы назовем самое приятное. Я хочу пригласить на сцену Алексея Сидорова, президента Российской ассоциации сомелье. Но прежде чем он скажет несколько слов о самом конкурсе, его вчера не было на мероприятии, на презентации гида, по уважительной причине, мы хотим вручить ему диплом почетного члена Союза сомелье экспертов России, вручить значок, золотой значок. Я думаю, что спасибо. Это очень приятно. Да, я не буду. Я просто. Место занято. Этот сними, а он больше все время я там буду вообще, наконец-то мне все. Спасибо. Спасибо вашей ассоциации, вашему союзу за то, что через 10 лет наконец-то поняли, что я тоже дегустатор и эксперт. Я рад быть вместе с вами в одной упряжке и вместе сделать одно дело. Спасибо. Большое спасибо Артуру и Юле. Большое спасибо этому празднику. Ура! Спасибо большое, Алексей. Ты хочешь Алёше вручить сейчас это? Нет, я хочу, чтобы Алексей вручил третьему месту. Как жалко его. Приз?
Третье место. Wine People Trophy России 2017. Чагодаев Григорий. Это были баллы, которые мы не считали с Алексеем и Юлианой. Это были оценки, которые были выставлены членами жюри. И кто-то, может, посчитает это неверным, кто-то скажет, что это правильно. Но в любом случае это оценки, это факты. И я думаю, что многие из вас согласятся с этими оценками. Второе место. Конкурс «Сомелье Wine People Trophy 2017». Сосновский Роман. Приз за первое место мы попрошу Ванду Ивановну. Можно вас позвать на сцену? Мы бы хотели, чтобы вы вручили его победителю. Первое место. Лукьянчук Евгений. Спасибо вам большое. Мы со своей стороны, независимо от победителей и мест, которые распределились между тремя участниками, хотим пригласить их всех троих к нам на винодельню. Я вручаю им эти приглашения. Ждем вас. Спасибо нашему генеральному спонсору. Сертификаты для посещения винодельни «Кубань Вино». Ребята, собираемся, но мы там тоже прибудем, будет весело. Серебряный партнер имени Сикоры, Елена Сикорская. Добрый вечер. Ребята, спасибо большое. Сегодня действительно было просто очень прекрасное, мне не поворачивается слово сказать иначе, чем представление по-настоящему в театре. Мне кажется, что формат настолько удачный, настолько нам всем понравился, правда? Евгений, Роман, Григорий. А я вам вручаю приглашение на наше хозяйство с размещением, с видом на наши виноградники. Пожалуйста. Мы с Александром Павловичем будем очень рады вас видеть. Приезжайте. С дегустацией, наверное. Конечно, обязательно. Спасибо вам большое, спасибо. Ну что? И еще подарки. Вручаем подарки компании «Еврокав», наш партнер. И это от «Шато», от «Кубань Вино», от «Шато Тамань». Дополнение приятное к вашей будущей поездке. И компания «Еврокав» вручает вам наши призы, большие, красивые, которые однозначно вам пригодятся. Я на сцене делал свою работу. Ну, то есть, как бы вот я как ожидал, что как от меня просили жюри, как это объясняли, вообще концепцию финала, это была моя работа. Поэтому я сегодня просто ее сделал. Ну, российское вино – это моя тема. Поэтому, наверное, поэтому у меня получилось. Всем огромное спасибо за участие, за помощь. Еще раз огромное спасибо театру Ермоловой. Ну и, конечно же, всему персоналу, кто готовил все эти 3 дня это мероприятие. Спасибо вам большое. Огромное спасибо вам.